А ты не знал, как наступает старость, когда все стопки пахнут корвалолом, когда совсем нельзя смеяться, чтобы не спровоцировать тяжелый приступ кашля, когда очки для близи и для далее одни за тем, чтобы найти другие. А ты не думал, что вставная челюсть еду лишает половины вкуса, что пальцы опухают так, что кольца в них кажутся вживленными навечно, что засыпаешь посреди страницы, боевика и даже разговора. Не помнишь слов «ремень» или «косынка», когда берешься объяснять, что ищешь. Мы молодые, гордые придурки, счастливые лентяи и бритеры. До первого серьезного похмелья нам остается года по 4, до первого инсульта – 28. До первой смерти 53 года. Поэтому, когда мы видим некий сердечный сбор у матери на полке, мы, да, преисполняемся презрения. Еще скажи, трястись из-за сберкнижки, скупать сканворды и молитвословы. Когда мы тоже не подохнем в 30, на 180 вместе с мотоциклом, влетая в фуру, что уходит юзом, напомни мне тогда о корвалоле, об Авестине и на атропиле. Очки для Дали в бардачке машины. Для Близи у тебя на голове. Спасибо.